Врач – человек, который нужен всегда, а в глубинке особенно. Специалисты отрасли здравоохранения в Великом Устюге востребованы. В рамках профилактационной встречи заведующая взрослой поликлиникой Елена Петрыгина познакомила ребят с работой самого медучреждения и его отделения медицинской профилактики. На занятиях мы введем в курс наших будущих коллег о структуре поликлиники, мы познакомим их с отделением профилактики, мы научим их основам антропометрии, это измерение роста и веса, мы научим их измерять внутриглазное давление, покажем, как проходят такие виды исследования, как электрокардиография и спирометрия. После профориентационной беседы для школьников провели экскурсию по поликлинике, познакомили с специалистами и со спецификой их работы, продемонстрировали медицинские инструменты и оборудование. Подростки узнали о специфике работы медперсонала, а также о вакансиях лечебного учреждения. Рассказывали о работе поликлиники, о том, что здесь происходит, чем занимаются и как следует вести правильный образ жизни. Я пришла, чтобы узнать что-то новое о медицине, чтобы в дальнейшем вести здоровый образ жизни и знать о факторах риска, которые могут повлиять на твое здоровье. Старшеклассники остались довольны посещением поликлиники. Они увидели работу медперсонала изнутри. Некоторые признали, что были бы не против в будущем связать свою жизнь с медициной. Ксения Смирнова, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».